В Алтайском крае разработана концепция демографического развития региона на ближайшие 10 лет. Документ обсудили сегодня на первом заседании Краевого координационного совета по проблемам демографии. Его провел губернатор Александр Кардин. По словам специалистов, за последние годы в Алтайском крае существенно снизилась естественная убыль населения. Кроме того, на сегодняшний день регион достиг максимальных показателей рождаемости. Мы, тем не менее, на протяжении последних 4 лет держим достигнутый уровень рождений по краю ежегодные более 30 тысяч. Это высокие показатели. В задачи демографической политики Алтайского края сегодня входит дальнейшее развитие системы охраны здоровья, создание условий для комфортной жизни семей, регулирование миграции. Одна из главных целей концепции – стабилизация численности населения, а также увеличение продолжительности жизни. Целями демографической политики Алтайского края является стабилизация численности населения региона, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75 лет к 2025 году.